Сломанные лавочки и разбросанный мусор – так сейчас выглядит некогда благоустроенная набережная Иртыша. Официальных данных пока нет, но мечи во всем обвиняют вандалов. Очень-очень жаль, что есть люди, которые не понимают, что ли, что это важно. Что-то условия, в которых мы живем, это наш уровень, это наш сервис. Печально, очень печально. Благоустройством набережной занималась общественная организация «Делай город». Работали в прошлом году, всю осень. На эти цели из городского бюджета было выделено свыше 6 миллионов рублей. Подрядчик – компания «Форд Проект». Теперь, после зимы, она обязана исправить недочеты в течение месяца. На сегодняшний день будут проводиться работы в рамках гарантийных обязательств по устранению недочетов. То есть мы здесь видим, например, широкий резонанс вызвала ситуация с барными стульями, которые являются, несомненно, украшением этой территории. Их будут обновлять. Также будут обновлять газон, который сложно пережил зиму нашу, да, сибирскую. Очень жаль видеть, что территория буквально через 4 месяца уже пострадала, да, там неважно от чьих-то рук или от природных факторов. И наша основная задача – вернуть все в прежнее состояние. И все же вандализм исключать нельзя, уверены горожане. Телеканал Омск ТВ направил все материалы в правоохранительные органы. По ситуации на набережной в отдел полиции, вообще в принципе в МВД России по городу Омску подобных сообщений не поступало. Мы получили от вас эту информацию, зарегистрировали ее в установленном порядке в отделе полиции номер 9. Сейчас будем разбираться в ситуации. После проверки полиции станет ясно, чьих это рук дело. При любом раскладе благоустройство набережной Иртыша будет восстановлено.